говорит и показывает концертный зал Смоленского государственного университета. Начинаем трансляцию торжественного закрытия Всероссийской олимпиады школьников по французскому языку. Приветствуем всех, кто пришел сегодня на церемонию закрытия Всероссийской олимпиады школьников по французскому языку. Номинация «Призеры олимпиады». Дипломом Всероссийской олимпиады школьников по французскому языку награждаются... Итак, победителями Всероссийской олимпиады школьников по французскому языку стали во-первых, с окончанием. Я считаю очень удачным. Мы свою квоту в предоставленном бюджете, бюджетом размерах исчерпали, выполнили полностью. Так что поздравляю вас с успехом и с дипломами. Хочу поблагодарить от лица, прежде всего, приглашенного жюри, администрацию Евгения Владимировича, Александра Григорьевича, Валентину Сергеевну за прием, за то, что выделенные бюджетом средства, конечно, были превышены, и мы почувствовали большое тепло, доброту. Было очень приятно работать. Нам очень помогали абсолютно все, начиная от администрации и кончая волонтерами. Браво! Большое спасибо! Большое спасибо! И я хочу сказать, что мы работаем здесь второй раз и надеемся приехать еще. Спасибо. Обними меня сильней. Ты видишь, я бегу навстречу. И только свет любви твоей сердце лечит, сердце лечит. Обними меня сильней. Не
смиряй мечты словами, и только свет любви моей между нами, между нами. Вчера у окна на ветру долго-долго сидела она и следила по тучам игру, что скользя затевала луна. И чем ярче играла луна, и чем громче свистал соловей, все бледней становилась она, сердце билось больней и больней. Знаешь что? Давай твой подарок передадим всем тем, кто приедет в следующий раз на Всероссийскую олимпиаду школьников по французскому языку. Ведь именно на олимпиаду собираются самые лучшие ученики, настоящие звездочки. Слышу за тысячу верст, мы эхо, мы нежность, мы звездная память друг друга, мы эхо, мы нежность, мы звездная память друг друга. Всероссийская олимпиада школьников по французскому языку подходит к концу. Через несколько минут будет перевернута ее последняя страница. Ну а пока... Мы видим грусть у вас в глазах, быстро время на часах вперед умчалось. Стрелки быстрее все бегут.